Привет, друзья, с вами Юрий Тик-Так Мир. Не так давно я вам показывал эту модель, смотрел в торговом центре, и, мягко говоря, она мне не понравилась, причем это действительно, мягко говоря, впечатления остались, ну, не очень хорошие, но в итоге со мной произошло такое дело, что Кассио Москва, спасибо огромное, по очень, как бы, хорошему такому предложению мне эти часы поступили, и я просто не имел права отказаться. В общем-то, я их купил и могу сделать вам полный обзор, я их носил, использовал, и прям, ну, полностью опыт я вам могу рассказать и передать вообще про эту 2000-ю новую серию рассказать. Итак, давайте начнем с того, что такое Casio MRG, почему они стоят, как на некоторые, недорогие автомобили. Во-первых, Casio MRG это топовые G-шоки для тех, кто не может себе позволить надевать пластиковые какие-то недорогие часы. То есть для тех людей, кто на охоту ездит в дорогих часах, а, скажем, ужинает в роликсах, да, условно говоря. То есть это часы топовые для людей, которые хотят потратить кучу денег на спортивные часы, и Casio не упускает этот сегмент рынка, и она предлагает вот такие модельки. G1000, G2000 и так далее. Это действительно дорогие часы. При этом G-Shock стандарт здесь соблюдается, даже, к примеру, кнопки, есть специальные альфа-гели, разные структуры. То есть это часы действительно неубиваемые, водонепроницаемые, и все стандарты G-Shock здесь соблюдены. С ними можно смело стрелять, плавать, бегать, все, что хотите делать. Почему они стоят дорого? Первое, как я уже сказал, высокое качество изготовления. То есть эти часы действительно не стыдно взять в руки, они производят впечатление хорошей, добротной, дорогой вещи. Это не ерунда из перехода, как многие могут про Casio думать. Эти часы действительно стоят своих денег. Второе, применительно Casio MRG 2000. Здесь стоит новый механизм, абсолютно новая структура, они все переделали. Вот, к примеру, на этом кольце функций сейчас стоит пояс, какой выбран. Можем с вами переключаться и переключаемся на секундомер, на таймер, на будильник. То есть раньше это все было вот на этом дополнительном циферблате, теперь такого нет. И, кстати, смотрите, я когда нажал, нижняя кнопочка показала на M, то есть заряд средний она показала и переключилась на пятницу. Третий момент, высокое качество обработки именно конкретно вот этих часов. Обратите внимание, безель в таких полосочках красивых, и звенья также в полосочках, все это здесь сделано. Это древняя японская технология Касуми Цухими, ей более 1000 лет, традиционная технология обработки металла. Владеет ей не так много мастеров по всей Японии, и Casio сдружилась с одним товарищем, зовут его Бихоу Асана, и человек сидит вручную, все это дело обрабатывает, выдалбливает, действительно только часы, только человек и керамический молоток специальный. Вот моя модель, да, вы можете обратить внимание на Casio MRG, на, значит, расположение этих продольных рисок и на картинку из интернета, то есть часы совершенно разные, у каждого свой индивидуальный рисунок, что подчеркивает еще раз то, что часы действительно вручную обрабатываются. И четвертое, что хотелось бы сказать по этой модели, это лимитка 500 штук, 2017 год, ограниченная серия, и на данный момент это самые дорогие Casio G-Shock вообще в истории. В Японии они официально стоят 800 тысяч японских йен, то есть примерно до 420-430 тысяч рублей только купить в Японии. И в России официальный ценник на них 495 тысяч российских рублей, ну, то есть прилично, да, на самом деле. Очень-очень прилично. 500 000 рублей за Casio, только вдумайтесь, друзья. Но они действительно того стоят. На задней крышке есть, кстати, лимитированная отметка, но она такая, знаете, ну, никакая. В общем, посмотрите сами, то есть, чего-то конкретно здесь хотелось, может быть, красиво увидеть, здесь этого нет. Есть только стандартная вот MRG обработка и 350 из 500. Такая вот хреновина. Может быть, пожалели денег, могли бы как-то сделать посимпатичнее. Хочу с вами немного поговорить о механизме. Технология 3-Way Time Sync, то есть радио, GPS и Bluetooth. Самое важное, значит, отличие от модели предыдущей G1000. Появился Bluetooth и соединение с телефоном. Теперь можно не только настроить показания времени, будильник и так далее, но можно и вручную через смартфон откорректировать положение вот всех вот этих стрелочек, если они сбились. Но самое важное, обновить настройки чипа GPS на актуальные. Не секрет, что они меняются, не только в России, много где меняются. И часы морально просто устаревают, нужно идти в сервисный центр, отдавать свои любимые часы и просто ждать, 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 когда же их сделают. А с новой моделью G2000 этого делать не нужно. Соединяйтесь с телефоном, я позже покажу, как все это работает. Отдельный ролик запишу, там достаточно много информации. И даже покажу вам, как можно, собственно, обновить настройки часов. Очень прикольная вещь. Модуль здесь стоит 5531, вечный календарь, Solar, мировое время.
на 6 часах, на 9 часах. Указатель заряда энергии, летнее и зимнее время, режим полета и день недели. И наверху мы с вами видим, это суточный показатель, суточник, то есть время сейчас после полудня. Конечно же, здесь есть люминофор на стрелках, на метках, и есть LED-подсветка, работает она просто восхитительно. Хорошая вещь, я очень люблю LED-подсветку, вещь действительно замечательная. Позже вам свой отзыв по часам, которые ношу я, G1000, ну я сейчас получается две модели наши, G1000 и G2000. И есть что сказать, я думаю тоже ролик сделаем, сравним эти две модельки и какие-то принципиальные отличия вам расскажу. А по размерам ничуть они не изменились. Диаметр стекла 34,5, безель 44,8, полностью 51,2, толщина 16,8, вес здесь снято 3 звена 143 грамма, на руке 17 сантиметров. Ну, как по мне, сидят отлично, кто-то говорит большие, кому-то нравится, лично меня устраивает, я часами очень доволен, что G1000, что G2000, просто универсальная, очень-очень клевая вещь, я их ношу везде, они мне безумно нравятся, действительно, очень-очень удобные часы. Возможно, самое удобное, что я, в принципе, надевал на себя. Как вы знаете, 2000 серия, вот эта G2000, вышла в виде лимитки. Еще двух не лимиток. Стоят они в России неприлично дорого. То есть купить самую дешевую 2000 модель, это примерно 220-230 тысяч рублей. Что, вы знаете, наверное, является... Но, скорее всего, единственным минусом этой серии, на самом деле, к сожалению, поскольку часы выдались все-таки достойные, но учитывая, что G1000 обычные серебристые, да даже черные можно купить за 150, а самые недорогие G2000, также черные, можно купить почти на 100 тысяч рублей дороже. Я не вижу никакого обоснования этой цены, к сожалению, это так. Ничего такого не добавили, чтобы брать за это деньги. Механизм новый, но он не стоит 100 тысяч рублей. К сожалению, это единственный минус, который я могу подчеркнуть для себя по этим часам. Резюмируя, я скажу, что часы мне понравились, и черное покрытие, оно стойкое, но все равно немного где-то может царапаться. Вот, смотрите, есть SH буквы G-Shock, небольшая такая белая потертость. То есть потертости, они, в принципе, появляются, от этого, к сожалению, не застрахованы. Но в защиту часов я скажу, что я ношу часы неаккуратно, то есть я ношу часы полностью всегда везде, и они принимают на себя все удары судьбы по полной программе. Поэтому, может быть, это именно мой косяк. Меня часто спрашивают, а действительно не царапается там какое-нибудь покрытие? Я, друзья, отвечаю так, царапается все. На самом деле все, нет ничего в мире, чтобы не царапалось. Но что-то царапается меньше, что-то больше. Другая модель была бы просто убитая и никакущая. Как вы видите, те же звенья браслета, они в полном порядке, в полном идеале находятся. Часы крупные, 17 мм, очень много задеваешь, особенно в первый месяц, когда к ним только привыкаешь. Все косяки, автомобили, дверь, то есть все, и это, конечно же, накладывает отпечаток на внешний вид и состояние часов. В целом, модель мне понравилась, даже очень, и я могу ее рекомендовать к покупке, если можете себе позволить. Если нет, лучше G1000 взять, конечно же. Все-таки дешевле намного. И повторюсь, обоснование вот этой плюсовой 100-тысячной цены, ну, я для себя не вижу. Друзья, всем спасибо, на этом все. Еще раз напомню, что открылся новый магазин японских часов, ttmwatch.com. Новые оригинальные часы из Японии, оплаты PayPal, быстрая доставка, все как положено. И если есть какие-то вопросы, звоните мне, отвечу, помогу, расскажу. Все, всем спасибо, всем отличного настроения и помните главное, носите хорошие часы. Всем пока.